Я Анжела Назырова и принимаю в коралловом клубе совсем недавно. Меня пригласили. Я тоже давно искала такую какую-то жилку, чтобы найти себе для своего же здоровья. Вот. И первую программу я взяла детокс. Сначала, конечно, подумала, что не то что-то, наверное, мне ничего вроде. Через неделю вроде ничего не произошло, но когда пошла вторая неделя, я уже заметила, у меня с желудком большие были проблемы. Вот. И в последующие дни я уже заметила, что намного лучше себя стала чувствовать, начала кушать нормально, то есть и пища стала лучше перерабатываться, и все остальное. Вот. И также я хотела, конечно, снизить вес, где я уже снизила вес, хотя я кушала всю ту же еду, только немножко, конечно, ограничила там в таких плохих продуктах, естественно, вот, и уже снизила, это самое, снизила 7 килограмм, вот, за буквально за 2 месяца вот на детоксе, и еще я прошла антипаразитарную программу. Это тоже очень хорошо, потому что тоже не совсем все было хорошо у меня с желудком, это тоже были жили паразиты у меня. Вот. Ну, а что касается цены, я хочу сказать, что те непосредственно, тоже если бы мне назначили те антибиотики, которые разрушают нас внутри, и потом надо очень долго восстанавливать флору и все остальное, особенно после бактерии хеликобактеры, то, извините, оно даже дороже выходит, нежели вот эта программа, которую я сейчас прошла, вот антибактериальную программу, именно непосредственно, которая ударила по этим бактериям. Вот. И я очень довольна своим результатом и всем. А я вам желаю, чтобы вы тоже выбрали лучшее и хорошее для себя.